День добрых дел. У Богдана редкое генетическое заболевание – синдром Прадера-Вилли. При нем нарушается обмен веществ, дети растут очень слабыми, их мышцы не набирают силу, а из-за этого замедляется и умственное развитие. Узнав диагноз, мама мальчика спросила врача, что нам делать. Он ответил – живите. Первый год жизни Богдан просто спал, настолько был слаб. Мама караулила, когда он пробудится, чтобы успеть покормить. Несколько раз у малыша бывали эпилептические приступы, а однажды во сне у него остановилось дыхание. Мама до сих пор не может сдержать слез при этих воспоминаниях. К Богдану даже пустили священника. Надежды было мало. Но мальчуган, пройдя 3 реанимации, выкарабкался. Сейчас ему уже 8 лет. Лекарство от его болезни не придумано. Единственной помощью остаются любовь и трепетная забота. Этим Богдана обеспечивают мама, а также педагоги Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Богдан трогательный, доброжелательный и общительный. У него есть талисман – плюшевый кот, который сопровождает мальчика везде, в том числе на занятиях. Для ребенка бесценен контакт со сверстниками. А для его мамы самое главное – понимать, что они не одни, что есть люди, которым не безразлично, что будет с ее сыном. Но без нашей помощи Богдану и другим ребятам, которые приходят вместе с ним на занятия в центр, не справятся. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 10-ю часть необходимой суммы – 300 тысяч. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне с ровесниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100». И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.